создана таблица, где были поручения обращения жителей. И есть, чтобы у всех сложиться должно, один консолидированный главный орган. Называется она единая диспетчерская служба. Ну, единая дежурная служба при главе. Давайте так называть, потому что есть все, что там происходит, там по большому счету замыкается на людях. Соответственно, как там обстановка, все ли поручения выполнены или нет. Были перечни адресов, обращения жителей. Жители для нас это приоритет. Соответственно, как там обстоят дела? Дмитрий Владимирович, по данному вопросу, значит, это таблица ведения управления жилищно-коммунального хозяйства, я думаю, что не доложат, потому что только сведения, которые идут по динамике выполнения поручений. Так вы не переключать на кого-то или все-таки доложить обстановку? Я на сегодня, сейчас я не готов. Это, у меня нет этой таблицы. У вас нет. А вы в группе в этой есть? Да, конечно. Ну хорошо, я за вас доложу. Соответственно, что такое единая дежурная служба? Это вся консолидация информации, которая есть, она должна замыкаться на вас. Что такое единая дежурная служба, когда мы все консолидируемся? Мы говорим, чтобы нам было проще, в том числе и жители, которые звонят, есть там аварийные службы, есть диспетчерские свои при каждой управляющей компании, там есть при службах ЖКХ, есть при службах у нас ресурсников, это нормально. Но есть консолидация, потому что, как ни крути, в большинстве своем жители, ну, либо пишут в ЦУР, либо, если хотят живого общения, они куда звонят? Конечно же, звонят в службу там 112, либо напрямую единую нашу дежурную службу. Более того, если мы больше об этом говорим, на случай того, что если, не дай бог, где-то что-то возникает, поверьте, они нам позвонят, чтобы мы сыграли в том числе роль по разным моментам, не только по хозяйственным, в том числе и по силовым.